В департаменте полиции Северо-Казахстанской области прошло собрание, посвященное Дню Конституции Республики Казахстан. В присутствии коллег в честь государственного праздника поощрены сразу 17 сотрудников полиции, ветеранов и общественников. Поздравляя личный состав и ветеранов, начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов подчеркнул, что основной закон страны является объединяющим фактором, утверждает единство народа. Мы, сотрудники полиции, стоим на страже правопорядка, защищая права и законные интересы граждан и государства. Этот год стал знаковым для основного закона страны. 5 июня состоялся всенародный республиканский референдум, на котором подавляющее большинство казахстанцев проголосовали за внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Очередные специальные звания, медали, нагрудные знаки, почетные грамоты, благодарственные письма. Оценка труда на таком уровне всегда волнительна. Вдвойне приятно получать награды в честь государственного праздника. В числе поощряемых начальник отдела по контролю за учетно-регистрационной дисциплиной штаба департамента полиции Северо-Казахстанской области Гульшара Сидахметова. Женщина служит в органах внутренних дел с 1994 года. Работала инспектором по делам несовершеннолетних, следователем, много лет посвятила службе в штабе областной полиции. В преддверии Дня Конституции Гульшара Сидахметова получила высокое звание – полковник полиции. Выражаю огромную признательность и благодарность. Получить звание полковника в преддверии Дня Конституции – большая гордость. Обещаю продолжить служить на благо интересов страны и граждан Республики Казахстан. Также юбилейными медалями «Казахстан полиция СНА ОТСЖО» награждены члены консультативно-освещательного органа при департаменте полиции Северо-Казахстанской области Арман Бердагулов, Пахаджан Самиева, Александр Казанцев и Павел Афанасьев. Почетными грамотами и благодарственными письмами ветераны органов внутренних дел Бисенбай Кимикпаев, Анатолий Слепецкий, Руслан Салькаев. Завершилось собрание концертной программой, подготовленной культурным центром ведомства. Все праздничные дни сотрудники полиции традиционно провели в усиленном варианте несения службы, охраняя покой и безопасность земляков. В этот же день музыкальный подарок ко Дню Конституции для горожан устроили сотрудники полиции из культурного центра ведомства. На площадке Кызылжар арт-центра областного краеведческого музея состоялся концерт на открытом воздухе. Адилия Кушекова при содействии пресс-службы областного департамента полиции.